До празднования Нового года остается чуть больше часа. Основной площадкой празднования традиционно станет центральная площадь Махачкалы. Столица уже готова встретить 2015-й, как подобает. Около главной елки собираются детвора и взрослые. Севрина Шамхалова расскажет о настроении, которое царит на главной площади столицы. Дед Мороз со Снегурочкой, Машей и Медведей и еще целая куча сказочных персонажей. Все они пришли поздравить дагестанцев с самым волшебным праздником года. Я хочу поздравить сначала всех дагестанцев с наступающим Новым годом, чтобы всем желать счастья, удачи. Если честно, вот посмотрите, здесь сколько народу, все радуются, все улыбаются, радуют своих детей, радуются праздником, наступающим Новым годом. Новый год – это праздник хоть без снега. Очень хороший праздник. Елка самая красивая. Из-за елки мы даже не из-за снега, а из-за елки мы всегда сюда проходим. В центре внимания новогодняя красавица. Поесть сладкую вату и загадать желание хочет каждый ребенок, поэтому родители привели сюда даже самых маленьких. Дети устроили конкурс на лучшее прочтение стиха. Засверкай огнями елка, всех на праздник позови, все желания исполни, все мечты осуществи. Порядок на площади охраняют дагестанские полицейские. Место празднования по периметру оцеплено. Вход только через рамку металлоискателя. Как говорится, безопасность прежде всего. Севрина Шамхалова, Эльдар Ибрагимов. Время новостей.